Siema, jestem Julian z kanału Sogle i zapraszam na kolejny odcinek serii Metro Exodus. Zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy, ale niestety coś mi się zepsuło i musimy od nowa robić ten rozdział, no ale mam nadzieję, że już będzie wszystko ok, gdy ten rozdział skończę. Zaskakiwał mnie cały czas błąd, gdy chciałem ten zapis wejść do tego rozdziału. Niestety. No to wizor. O, kurde, bym spadł. Tak, jaja. Tylko działam. Okej. Chyba windę sobie ten. Nie wiem. Holender. Co jest? Pomyślmy. A drzwi się otwierają, dobra. I co, jedziemy tutaj, nie? Tyle co mam. Tyle co, o ja cię skrzynę. Kurde no, co jest tam grom? Jezus Maria, naprawdę, ta gra jest jakaś upośledzona. Rzucam tam od razu granaty i nie będę się pieścił z nim. No kurwa. Jeszcze raz, tylko to musimy teraz zrobić mądrze. Aż mi kurde. Ja cię sunę naprawdę. Musiał wyjść taki idiota. Dmitri. Proszę cię, mordo. A. Dobra. To jest o nie. Szybko. Niektórym się kurde zmieniało to. Którym się broń nie zmieniało, chwila. Shit. Którym? Kurde. Dobra. Strzelbą go załatwię. Jaki chłop jest żywotny, ty. Ej. Bradziom? A, lepiej nie.
Ile baz jest tutaj naprawdę. Jezus Maria. Dobra, ciśniemy. Okej, to jest jakiś kosztotrup. Ciśniemy sobie dalej, a w sumie stworzę sobie amunicję. Okej, chyba ją znalazłem. Chyba ją znalazłem. Tak, znalazłem. Artyom, ja znalazłem. O kurde, to mi... Ale dostałem wtedy, naprawdę. Только не убивайте. Отпусти его. Помните, я говорил, был такой эксперимент. Заткнись. Добре, добре сделала. Артём, ты цел? Слава богу. Дзянки. Аль, супер. Доложим полковнику. Бы мы еще шали в веб. В медблоке Артём меня нашёл. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я тебе? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Окей. Идём. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Споко. Живешь? Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но вон нотатка. Денег офицера. Коротко. Dobra, walić to. No, mogę ten wrócić czy nie? No nie. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда врач был. О, это правда. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Dobrze, możemy już iść. Okej. Ja w porządku. Kto by mógł znać? Kto zna? Dobrze, że ich zabili. Tvary ete, 20 lat, ludzie żrali. Ty понимаешь? A, простите. Ja
Лейтёха сопливый повёлся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие я смог приделать. Ещё честь им отдавал. Масакра. Наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работы. Москва. Точно еще. А внизу это что? Да. Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе. Все готово. Ну, сразу. Идиота. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не... Но шкур досталось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось. Там гром. То есть мы сейчас с физисками пробуем. Это, конечно, да. Но ты что, заболаживаешь? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что... Вот снимут. Уж больно я к нему привязалась. Это курда из гумбоки, эй, неправда. Макабричный гумбоки. Куда их там есть, да? Окей, как? Шик. Сына, салам. Пап. Ale kurde dostałem. Ojoj, chwila. Była szagierz niski. Poczekajcie. Dobra. Jezus Maria, ile jest tam już. Ale... Ile ich jest? Ja cię sunę, wszystko wyszło. Ja. Masakra, ile ich tam było? Masakra. Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве... Уверен, что это что-то держано, да? Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос, и что теперь делать? Не вем. Он пахнет тоже не вем. В Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти?
Артём ещё в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Классно. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше? У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Рвана локация с подобным трудом. Okej. Czyli nad morzem będziemy mieszkać. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хвост. Не знали, скурда. Это слабый. А мы сами такое колко сделали, наверное, что? Ну, такое колечко. Россия с великим краем, на правду. Ну, ладно, еще ошибки игру. Команник. Который жест? Самый жест? А, чур. Здесь ты купил только Макдарли. Окей, споко. Уже есть липец там, не зле. 14 липца 2035. No, ładuj się szybciej, giereczko. Oczywiście, są długie ekrany ładowania. No. Tak. Elegancko. Załadowało się. Zobaczymy. Ale mi fotel skrzypi. Elegancko. Pustynia. No, no. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Вытащи наш. Як я вот так? Артём, машина! О, курда. Что же мне сюда? Не подоба. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома. Бойцами, Дамир. Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается, только вот мы.
Таня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Пойдем вот товарищ полковник непонятно, как отсюда убираться. В ябке сразу разве только чайку заварить? Сына, шкода же до Польши не поехали с нами. Да, эту проблему тоже надо решать. Урал. Анна, Дамир, за горы Уральня Мацо. Поиск воды и топлива. Поехали, бо там таких минут нема. Поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Хорошо. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. О, машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. Скоро. А нам сейчас все будет кстати. Шкурда, нам надеюсь же. Когда будешь готов, выдвигайся. Сколько еще считаем? Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Сам. Иди сюда, дело есть. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Все, что? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. О. Высверлил пару шариков для тихаря. И начинил взрывчаткой. Ага, добже, Эры. О, ваше, добро. Эры. Я дымком считаю. Амуниция. Чтобы... попробовать. Там все несложно. Тоже начинал. Не забывай чистить регулярно. Песок, добро. Не потреба. Слушай, лазер подчервени. А по что? О, Jezus, Ашот. По что мне Ашот? Wszystko jest git. Tak na razie. Kompas na twoim dostrze wskazuje, w którym powinieneś iść. Spoko. W tamtym kierunku, tak? Spoko. Spory ten teren jest, no spory. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идёт к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесём. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошёл. Спокон. O kurde, założę się, że coś się będzie na tym terenie bugować, jak nic. Ale kurde, brakuje mi tego metra, metrze. Ładno, prorwiemy się. Ja na post. Dobra, pójdę sobie tam. Zobaczę, co tam jest. Aha, dobra, do celu idę, no spoko. Tutaj było kiedyś miasto, ale kurde. Chyba burzę ten... radioaktywne to miasto tak zniszczyły, no bo w sumie co innego, w sumie ten klimat, no klimat mógł zepsuć, no to to jest w sumie. Jeszcze sobie poeksploruję pociągi.
Znaczy ruiny pociągów. Ten kurde baron jest tam jakiś, no to... Coś szczerze, że to będzie boss. O, jakiś domek ty. Okej. Dobra, patrz. No, padnij już. Nie będę zużywanych amunicji, bo naprawdę amunicja w tej grze jest cenna. Dobra, pad. Cóż to jest za... Śmieciu. Dobra, już po nim. O proszę. Chciałbym tam, ale wolę nie. Pozostanę przy tym ekwipunku, który mam na sam, na, który miałem na samym początku mojej przygody. Okej, okay, elegancko. To co, idziemy, nie? Cóż to jest? Jakiś ptak. A, nie to też. Wchodzę na niebezpieczny teren. Oj, bardzo niebezpiecznie. Baron wypełnia wolę wszechświata. Spoko. Ale to jest kurde taki Mad Max, tylko że z pierwszej osoby teraz. Bez kitu, no to jest taki Mad Max. Tam nie ma nic ciekawego. Okej, okay, a powinienem być tutaj, co? Jakieś chemikalia. O, shit! Kurde, tam coś jest, tam coś jest. To co, idziemy tam, nie? Bo burza... O kurde. I to już grubo nadciąga ta burza. Baza! Ja to samu! Baza! Odwiedźcie! Poez! Poez, говорю, приехал! Как слышите? Плецы, плецы. Dobra, dostał. Okej. Okej. Shit, muszę naokoło iść, albo... Nie wiem, czy tam w ogóle mogę wejść. Nie słyszę was! Odwiedźcie! Idzie ty w żopu, pada!
GPS, kurde. Oh shit. Ktoś tutaj chyba był. To są jakieś zombiaki, jak nic. Okej. Wchodzę sobie wyżej. Czy tutaj jest coś ciekawego, wartego uwagi? Nie ma nic. What? Zря мы к нам сюда приехали. Я остаюсь. Смерть. Chciał mnie zabić, no, no to kurde. Artyom, zwiedź! Wierzę ciebie! Ale kurde, to ma odrzut ta broń, naprawdę. Chciał mnie chłop zabić, no to kurde, no. Albo ja, albo on. Okej. Okej, dostał. Chyba zginął, no. Zginął. Nie no, klimacik jest kozacki. Co ja w tym lecie muszę kurde całkiem zrobić, no? Jezus, ile ich jest, no? Shit. A nie mam cala, aj. Co jest, nie mam cala, to kompletnie. Musicie mnie tak atakować. Już nie mam kurde prawie amunicji. Chwila. Chyba to auto będzie moje, tak? No elegancko. Jest. Jezus Maria. Вот ты где, дружище!
Откапывать тебя не надо? Ну, массакра. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел. Ну, фанал, кто-то. Ёзгит. Это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Окей. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Спокойно. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. Это что? Мамы фуры. Нашу własную фуру. В постапокалиптичном свете. То się kurde nazywa. Zawsze to coś, no. Kierownica lekko inna, ale... Okej, gdzie ja mam iść? Kierowcę, ja bym sobie, kurde... Все, дальше иди, дальше. Оу, е. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить. Тут сразу нас обыскали, не? Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Czyli każdy jest do mnie wrogo nastawiony, okej. Warto lecieć. Naprawdę warto lecieć, ale w tym statku chyba nie ma nic ciekawego. No, chyba nie. Jeszcze raz sobie pobiegnę. Shit. Coś mnie ugryzł. Вот. Добра, уж по ним. Элегантско. Rady, o tyle bym sobie. Dobra, tam jest moje auto. Pójdziemy sobie tam. Czemu nie? Znowu ten wąż. Masakra. Ale żal mi, kurde, mam działające auto. To za kiedyś może było. Już to może wyspać. No Mad Max, no fajny Mad Max. Chyba nie tego nawet zwiedzą, no bo tam nic nie ma. Okej. O, shit, a, nie wiem, to są te potwory. Tam coś jest. Wysiadać czy nie? To jest pytanie.
są... Kurde, jak wysiądne. No co? Ostatnia akcja w tym odcinku, nie? Ты кто, Мирза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? От барон пришел, слышка, да? Ага, то сам. Прости, Мирза. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Окей. Так мы не атаковали. Spoko. To są niewolnicy ich. Abym mógł ich uwolnić. Święty płomień nawet, ja. Ty kto taki? Co здесь делать? Kto разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Ale są chyba neutralni. No, oni są chyba neutralni. Jak na razie, co do mnie. Okej. Ratuję go. Uratowałem was. Ciebie znaczy się. Nic się już nie bój. Okej, on sobie śpi, tak? Spoko, ale was załatwię, zdziwicie się. Poczekajmy sobie, aż skończę rozmawiać. Их всех повыбьем. О, так. Ну или охотники притащат. А тебе бы только тошнить. Тошнить? Это тема. Да иди на! Ой-ой-ой, так, смейтесь. Ага. Gdzie on, w którą stronę pójdzie? Dobra, tego szybko zdajemy. Tego... Ty czego leżysz, a? Hej, hej! Co tam? Okej, już po nim. Elegancko. Idzie coraz lepiej. Wyjdziemy sobie. Czy jest tu ktoś, kogo bym miał zabić? Chyba nie. Nowa notatka. Jeszcze miał.
Arsene Mustafin, prezydent Wolny Kanon, okej. Czyli szykuje się bunt, jeden ten bunt, ten, pomogę zrobić. O kurde. Oj. Kurde. Oni tutaj pracują naprawdę grubo. Dobrze ich ustawili. Ciekawe, czy będzie misja... misja, że mogę ich uwolnić, a jak nie, no to... szkoda. Ale oni szykują powstanie. No to myślę, że oni się sami uwolnią. Nie, ja tych... ich oprawców trochę powybijam. To będzie... to ja sobie ten pomogę im. Chyba wszystkich tam wybiłem już, tych ich oprawców. Hejka. Nie będę ich zabijał. Bo my się mogą kiedyś przydać jeszcze, gdy będzie. Założę się, że będzie wolna. Jak nic. Piszemy sobie dalej prosto. Nowa misja. Okej. Poco. Spoko, oczywiście. Przed siebie. Muszę pojechać, okej.
Ale fajnie, że ty prowadzi ten pojazd. Naprawdę fajnie. Podoba mi się. Okej, latarni, okej. Tutaj się chyba zatrzymamy. Tak co na rynku. Okej, baron się nazywa. Ну, а то, зачем? Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех папу сделаю, поняли? Дебилы, бля. Всем отбой, барон сказал. Не здесь, жонок. Ну что, мам, тут обычно, зайсь. Znaczy się. Spoko. Niech giną. Co mnie to obchodzi? No i bardzo dobrze. Oni sami się wybiją bez kitu. Dobra, już po nich. Tego sobie zabijemy. A, dobra, on już nie żyje. Muszę być ostrożny tutaj. Bo skończę tak samo jak oni. Zsunęmy się przed naftowizor. Dobra, zdejmijmy go. Da, widzę, точно. Shit. Elegancko. Dobrze, teraz idzie lepiej i zabijanie ich. Ok, teraz to mam już spoko. Ten noktowizor jest zajebisty.
Naprawdę zajebiste. Czy ja tutaj już byłem? Nie wiem. Tak. Nie, tutaj nie byłem. I kolejno do kolekcji. Nie, dobrze idę, chyba. Ok, tam się nie zmieszczę, to dobrze idę. No, jest git. Czy tak dobrze? A nie, tak dobrze idę, dobrze. Zaraz skończymy. Właściwie czas skończy na nagrywkę. A w sumie czemu nie? Ale się strzelałem i to grubo. Naprawdę grubo. Ale w sumie pójdziemy tam sobie w jutrzejszym odcinku. Także ja was zapraszam. I subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, polecajcie znajomym. Hejka.